В минувшую пятницу в зале заседания администрации района состоялась вторая сессия Совета народных депутатов Кашхабльского сельского поселения. Главным вопросом повестки дня стало избрание главы поселения. Открыл сессию председатель конкурсной комиссии Амин Непшикуев. 7 августа 2017 года по 6 сентября 2017 года включительно конкурсной комиссии осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльского сельского поселения. В указанный период поступило 3 заявки на участие в конкурсе. 7 сентября 2017 года по 22 сентября 2017 года конкурсной комиссии осуществлена проверка достоверности сведений, представленных кандидатами для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльского сельского поселения путем получения информации от соответствующих органов. По результатам проверки указанных сведений конкурсной комиссии принято решение о регистрации 3 кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльского сельского поселения. На пост главы поселения были выдвинуты кандидатуры 3 депутатов – Хазрета Борсова, Пшимафа Дырбова и Беслана Избашева. Затем кандидаты представили вниманию депутатов свои программы социально-экономического развития Кашхабльского поселения, после чего прошло тайное голосование, результаты которого озвучил председатель счетной комиссии Азамат Хамдохов. Бюллетени тайного голосования по выборам главы муниципального образования Кашхабльского сельского поселения внесены следующие кандидатуры: Борсов Хазрет Газраилович и Дырбов Шумав Кинович. Число изготовленных бюллетеней 13, число выданных членам участковой избирательной комиссии бюллетеней тайного голосования 13, число погашенных 0. При вскрытии ящика для голосования обнаружено бюллетени 13, число действительных бюллетеней 13. Число недействительных 0. Проголосовали за Борсова Хазрета Газраиловича 13 человек, Дырбов Шумав Кинович 0. Остановили считать избранным председателем Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльского сельского поселения Борсова Хазрета Газраиловича. Председатель СНД поселения вручил удостоверение вновь назначенному главе Кашхабльского сельского поселения Хазрету Борсову. С ответным словом выступил Хазрет Газраилович. Я пошел на эту должность обдуманно, и все действия, которые я проводил и буду проводить совместно с вами, с депутатами, и надеюсь, что 4-й созыв Кашхабльского сельского поселения будет работать еще лучше. Все, что делается, делалось на благо наших людей, чтобы это они все осознавали и понимали, самое главное. И еще хочу поблагодарить комиссию, которая работала непосредственно в течение 2 месяцев, особенно Светлану Умаровну хочу подчеркнуть, потому что такая процедура впервые у нас проводится, поэтому было сложно все эти мероприятия проводить. Раши, огромное спасибо хочу сказать комиссии в лице председателя комиссии Амина Каталевича. Надеюсь, что будем работать вместе, сообща. Все вопросы, которые будут возникать по мере работы, конечно, будем решать вместе. Еще раз огромное спасибо вам всем за работу, которую вы провели, и, конечно, я постараюсь оправдать ваше доверие. Кульминацией сессии стало выступление первого заместителя главы района Руслана Емыкова. Хочу отметить то, что сегодняшний результат подчеркивает и уровень доверия главы района, который оказан главе районного центра Хазрету Газраиловичу. Хазрет, поздравляю, ты два раза подчеркнул, что осознанно пошел на этот шаг. Знаешь, куда идешь, знаешь, что делать. Хочу пожелать тебе еще больше поддержки жителей районного центра, жителей аула Кашхабль, твоего депутатского корпуса, твоей администрации, которая предстоит новый 5-летний срок испытаний. Сам понимаешь, какое время. Поэтому удачи, здоровья, успехов.